что, доброе утро всем. Вставляю карту, пришел в машину, 4 утра, так, отдохнул, все, масло мне не долили, еще в рейсе дольем. Была машина на станции, масло не долили, осуществляем так, ручной ввод, 4 утра, окей, начало страны ПЛ, подтвердить ручное время, так, готов к движению. Запускаю. Завелся КамАЗ. Короче, начинаю курсировать в сторону Германии. Что, начинаю курсировать. Ребята еще спят. Демьянчик уже не спит. Слил немного с брезента, бо видно был дождик. На следующем повороте поверните налево. 4.06. На следующем повороте поверните направо. Ямки тоже пока-пока. База пока-пока. Давай, база, чтобы мы вернулись назад. Ямки стали, как обычно, где попало. Вот так вот стоят, чтобы другие чуть-чуть помучились перед выездом. Отлично, по ямочкам. Опа, дед проснулся, смотрит. В окошко я ему дальним дал. Нати, быдло. Я тебе дальним дал. Ты, кобыла. Дед в шоке, думает, вот это да, кто-то дальним мне там дал. Так. Это Демьян тебе тут. Немного. Ох ты, шо ямнищи какие. С базы, конечно, выезжаешь, как с Украины. Прямо именно. Дорог нет, блин, яма на яме именно. Ну что сделаешь? Ох! Поколыпает здесь. Аж телефон выпал, слышали? Поперли, пацаны. Взял пару сникерсов себе в дорогу, один редбульчик, потому что что-то начало меня подкошмаривать. Когда подкошмаривает, надо брать редбульчик, чтобы раскумарило. И будет все а-ля улю, чуки-чуки руки именно. Опа. Опка. Опачки. О. Так, наладим трансляцию с музыкой, вот что-то пошло не так опять. Пошел обрыв цепи именно. Какой-то нюанс. Все, поперли дальше. Да, я же так и забыл, так сел и поехал именно. Забыл сказать, это шеф не ездил, машину грузил. Машина у меня-то была груженная именно. То, конечно, у меня тут послал тут такими не сильно веселой дорогой, так. Ну, босс он решает доехать. Загрузил мне, посмотрим, как он там увязал, все сделал. Он такой немного ледачный, мог и не завязать там. Ну, я посмотрел так с краю, вроде завязан товар. А там будет дальше видно. Спасибо всем, кто меня смотрит. Помчали, короче. Кручу вот так вот педали, короче, здесь вот. По тихой грусти. Уже, короче, долбился редбулом. Уже начинает. Быстрее бы поехать. Вот так вот, короче. Ну, нормально, зато хребет хоть начал трещать. Всем доброго утра, понедельничек, пацаны. Трудимся, крутим педали, кидаем, плюемся и едем. Главное, чтобы погода была, попутный ветер был, паруса нам дул и перли по тихой грусти.
одной стороны на другую. Длинный шланг. Такой длиннющий. Облачки. Пошла в ход. Бося сидит. Дедушка. Он бы хотел, чтобы мы на воздухе ездили. Но на воздухе она не ездит. Смотрите, какую я тут махинацию произвел. Фу-фу. Накрест, кресты. Тут все дела, короче. Они тут шутили. Правда, что надо будет на ту сторону потом переходить. Прибежал этот псих. Я хотел протянуть канаты этого шланга. Этого хватает, короче. Нет, не можно панта грабить. Я говорю, понял, все, вопросов ноль, короче. Такие вот дела. Что там роют? А, здесь колонки будут устанавливать новые. Понял. Все, моя спецтема идет. Демьян заправился, помыл окна, все тут повымывал, потому что заправлялся вторая колонка у меня была на... Короче, на легковом было, и она сильно долго заправляла. Ну, красавчик стал, конечно, он плохо. А мне еще дали вот таких две булочки, видите? Дали, короче. Как-то тут надо распетляться. Ага, тут уже бугорочек так хорошо мудохали. Сейчас стану на парковище, этот, запишу в бортовой журнал километраж и сколько я заправил. Короче, да и все, и дальше в путь дорогу. Как говорится, тут, короче, запрет грузовому, поэтому Демьян станет где-то вот тут вот на бусе, и на бусе нема запрета. Да я вообще сейчас стану там на дороге, да и хер по нем, запишу и поеду, потому что это будет долгая песня. Летаю, короче, на Германию, сейчас где-то стану 45-ку после заправочки, здесь прямо на границе заправка. Уже один бутер, короче, заточил сходу. За пачку свою, она этот живот вечно хочет жрать бесконечно. Постоянно. Сейчас стану работу открою, 45-ку делаю. И дальше в путь. Вентиляторы крутятся, денежка капает им. Короче, на сегодня все, стал я на паркинге таком. Нормально здесь. Вон чувак немец хавает, у него с диваном, видите, машина. Решил попить водички, короче, да, отдыхать. Все, сегодня я отработал нормально, 8.20 проехал. Завтра выскакаю ночью опять. Где-то часа 4, да, так само выеду. И буду там, короче, на выгрузке. Всем хорошо отдыхать. Доброе утро. Проснулся, почистил зубло. Уже завел коня и приготавливаюсь к движению. Осмотрелся, все в порядке. Работу начал. Всем хорошего дня и Димасу. Тушим свет. Снимаем с ручничка. Погнали, 3 часа ночи. Короче, приехал я на выгрузку где-то тут в промзоне. Какая машинка маленькая стоит. И направо. Вот она эта. ЛКВ прямо, с той стороны надо заезжать по кругу, получается, как-то так. Узнать, где тут что, машину оставил на этом, на габаритах. Здесь как раз выезд, хорошо, что это, не этого. Короче, темно, как у негра в жопе здесь что-то, конкретно темно. Фонари даже никакие не горят, странно. Короче, пришел карщик, умничает. В 7 утра приходи, не хочет выгружать он. Передачу выключить. Я говорю, хорошо. Всем так всем. Бюро будет работать, всем и всем придешь.
наверное, хорошо. Включил аварийку. Сейчас буду растантовывать левый бачок. Ай-яй-яй-яй, на досочке наеду сейчас. Здесь надо очень аккуратно все. Очень небезопасно, видите. Товара накидано, но надо потулиться к тем доскам поближе, потому что ему надо вот отсюда вот сейчас доставать, весь товар выгружать. И он просит меня, чтобы я притулился к этим доскам поближе, к полу, на полу, видите, лежат вот. Вот так вот. Уже невесты катаются на велосипедах. Вот так. Сейчас подожмусь и буду растентовываться. Ожидаю этого клоуна, вудпекера, где он там поехал, оно попить кофе и что-то потерялся где-то там во времени. Там может заблудился, может ему пойти атлас дать, чтобы он проехал по атласу сюда. Он тоже 2 часа простоял, еще стоял. Мне уже на загрузку надо ехать. И тоже ж боковое, скорее всего, будет. Надо хребет подготавливать. Хребет, хребет, хребет. Готовлю я тебя. Вот так вот. Ожидаю. Все, видео в Ютубе. Разгрузил меня. Спасибо, брат. Теперь ты будешь в Ютубе. Давай, бро. Thank you very much. Чао, чао. А, папиры. Вон, сейчас папиры мне еще выпишет. И буду ехать. Нормальный такой парень попался мне. У него тут подсветочки, смотрите, какие. Эспрессо, капучино, чао. Давай, брат. Папирки получил, тоже выезжаем. Все, спасибо всем, кто смотрит на этом ролик. Мой заканчивается. Все, выезжаю, еду дальше.